У кого? Кто пельмени сегодня ел, а? Лопал. Пошли мыться. Пошли мыться. Ты посмотри на себя, Тебя утром мыли, ты как будто шахтёр где-то была. Сначала манго, потом, скажи, пельмени, потом, да? Тося. Тося, подожди, Тося. Сначала купаем Люсю, Маню. Манечка. Моя мыша. Моя мыша. Сейчас, да, будем купаться. Да, да. Ну, сейчас. Тепленькая. А, пай пошел. Как в кино, а? Тепленькая пошла. Мань. Ай, нос пельменя. А, значит, курицу уже поела тоже. Да, это мы что ж? Жир. Так, не-не-не, тут не получится и мыть, и снимать. Да? Давай. Будем трубочистом. Чистым. Знай, трубочист. Чист. Отмоем тогда рожа. Скажи, у тебя, папа, скажи, что значит рожа? Скажи, ты что, папа, скажи, да? У меня личико, да? Давай. Вон, на сопырку вымыли, моя красота. Ты папа уже назвал. Ну, что такое? Морда лица. Да, что такое, ты у меня личико? Ну. Вон, уже симпатично все. Помыла тебя сейчас. Подожди, где у нас? Ой, ты красуня. Давай. Эту часть Мализонского балета помыли. Вон, какая красивая девочка. Ну, давай опу. Ой, катастрофа, давай. Опускай. Еще ниже. Давай, лапы, давай. Ай! Маня, не выходим. Давай, моем трубочисто. Маня, чисто. Маня. Давай. Не. Мань, не прокатит, ну ты же знаешь. У меня, ты же понимаешь. Сейчас. Опа. Грязная опа. Сейчас возьми мылом. Кто тоже все запачкал, а? Ай-яй-яй. У кого? Кто говорит, что ничего не делает? Ох, смотрите, Алексагина, ничего не делает, скажи, да? Только эти опы моют. Да не тепленькая, Маня, тепленькая. Ну что ж ты? Давай. Вот не любит, а? Ну, Маня по сравнению с Тосей, это еще нормально. Ой, Маня, ну тепленькая, ну что так хорошо. Давай ноги. Ноги, руки, давай, где? Давай. Кто курицу? Да не горячая. На. Ну, тихо. Тося, сейчас идем мыть. Ну, так, смотри, красивая какая. Мордашка чистая, да. Красавица. Да. Опа, чистая. Мордашка чистая. Давай, буду одевать. Ваш Кеша. Ивановна пришла в гости, да? К своему Кеше опять, да? Эй. Да. Мама Оля пришла. Опа. Оп. Тося, как тебя? Маня, нет, иди сюда. Иди не воруй, Маня, подожди. Сейчас оденем Тосю. Сейчас. Эй. Но не пустила тебя, да? И Ольга Ивановна не пустила к попугаям. И папа не пускает, да? Не зовем помощь. О, тут уже охрип от возмущения. Иди. Не надо мне жаловаться. Сейчас переезжать будем. Туда поедете? Да, сегодня у нас... А, кот пришел. Так вон... О, Бася пришел, ага. О, иди, где Бася? Мань. Кашки, они не трогают. Нет. Мань, где Бася? Все поражаются, говорят, непонятно. Вот как она четко знает, что Бася. Да? Пошли Басю запустим. Вот тут он должен лежать, Мань. Вот это его лежанка, да? А, скажи, была его лежанка, теперь мои две лежанки. Но папа не пускает?
Мань. Скажи, папа, ты мне сейчас не нужен. Мне нужно войти к попугаям, срочно им что-то сказать. Да, если надо что-то наговорить. Оп. Не надо к телефону. Я спрятала там телефон. Спрятала. Она знает, что ты. Она знает, она... Ой, телефон любит. Что? Не надо телефон. Что? И мама не... Что за люди? Скажи, ничего нельзя. Попугаева щипать нельзя, да? Телефон нельзя. А, Кеша там уже, уже там все. Там тепло у вас для обезьян. Конечно. Да, да, там хорошо, там каминчик. Все. Мань, это мой телефон. Мань, мой телефон. Ребята, я еще пришла. Ой, Мань. Ах ты ж. Что ж такое, да, скажи. Дай сюда. Маня, дай скажи, сюда, дай сюда грушу, скажи, это да? Мое. Сюда. Ага, скажи, это, видно, тоже, пока мы Басю, скажи, запускали, иди, да? Мой хороший, иди сюда, иди. Скажи, это точно папа Тосю на кухню пустил, да, Мань? Ах ты ж. Скажи, мы нарядились уже, мы готовы, скажи, к переезду. Тось, дай Мане, Тось, дай Мане. Так давайте я вам помогу, что надо. Не, мы Дениса ждем. Давай я Люську принесу. Сейчас, подожди, дай хоть с Ольгой Ивановной посидеть, хоть две минуты, понимаешь? Mm-hmm. Потому что сейчас же Стёпу с Люсей тоже задницы мыть, mm-hmm. одевать. И тоже туда? Наряжать. Да, они все там будут. Oh. А папа щит себе нашел. Маня попой села. От Жорика и Кеши. Ой, Бася. Хороший Бася. Хороший Бася. Скажи, мама, вы обещали убрать обезьян. Скажи, уносить. А да? Же он сам... Ой! Мать, отобрала грушу. Ну, вот я в тебе вообще не сомневалась. Что, твое, да? Твое? Мань, что? Сушеная груша, да? Такая? Мань. Ой, какие кофточки новогодние у них. Да, красивые. Это нам подписчики в том году прислали. По-моему, из-за границы кто-то прислал. Да, 4 как раз на всех. Главное, Тоси тогда не было, но прислали 4. То есть вот как в воду смотрели, да. С намеком. Да. Мань, не стыдно отобрать у маленькой, а? Да так себе. Ой, смотри, вот от чего это? Это сегодня Владик двери делал тоже. Потому что Люся ж открывает, как вообще, на раз, два, три. Да, Мань?